Всемирный день космонавтики, кажется, уже стал одним из любимых праздников у маленьких любознателей. В Ленинском мемориале сегодня прошло масштабное мероприятие – городской 26-й детско-юношеский аэрокосмический фестиваль, в рамках которого были проведены интереснейшие мастер-классы, выставки и экскурсии. В рамках этого фестиваля проводятся городские конкурсы, посвященные Всемирному дню авиации и космонавтики. Это и конкурс рисунков, и интернет-викторина, командная викторина, научно-практическая конференция. В первый раз в этом году мы провели городские соревнования по робототехнике. Участников, желающих попробовать себя в подобных конкурсах, с каждым годом становится все больше и больше. Эти показатели говорят о том, что подобные мероприятия в Ульяновске актуальны и востребованы. И девочки, и мальчики любых возрастов проявляют огромный интерес к космонавтике. Двенадцатое апреля – памятная дата для жителей всей Земли, а может и за ее пределами. 56 лет назад весь мир наблюдал за первым полетом человека в космос. А знает ли сегодня юное поколение, чем знаменателен этот день? День космонавтики. Юрий Александрович Гагарин летел в космос. В этот день космонавтики, 12 апреля, Юрий Гагарин полетел в космос. Сегодня день космонавтиков. В 1961 году полетел Юрий Алексеевич Гагарин в космос. Космос знают немало героев. А знают ли наши ребята, чьи имена, так же, как и имя Юрия Гагарина, связаны с космосом? Валентина Терешкова. Знаете каких-то еще космонавтов? Нет. А к сожалению, нет. Белка и Стрелка. Первые полетели Белка и Стрелка, а потом... Кошки. Алексей Леонов, Титов. Валентин Терешков. Не знаете совсем? Нет. Ты знаешь? А ну-ка, скажи нам. Один из космонавтов впервые вышедший в космос, это Леонов. Потом американский Нил Армстронг, я помню. Еще были две женщины, но точно не помню, какие. Потому что я люблю учиться, хочу узнавать и наверняка быть умнее, чем все. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я думаю, что пилотом. Таких будущих пилотов, космонавтов, авиастроителей, инженеров-конструкторов на фестивале было большое количество. Многие из них занимаются в кружке ракетного моделирования. Именно ракеты, сделанные руками учеников объединения ракетомоделирования, торжественно запустили в небо. Ходят слухи, что кружок хотят перенести из учебных классов лицея при УлГТУ. Руководители, родители и дети очень обеспокоены этим фактом. Геннадий Иванович больше 50 лет занимается ракетным моделированием и абсолютно бесплатно прививает эту любовь юному поколению. Однако заместитель директора по учебно-воспитательной работе дополнительного образования лицея при УлГТУ Людмила Плетнева сообщила нам, что подобное не планируется, и заверила, что кружок продолжит функционировать на базе лицея. Ульяновская правда будет следить за развитием этой ситуации. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.